что есть такой обряд, когда нужно на фикус лить сгущенное молоко, облизывать и говорить: все к деньгам, все к деньгам. Рекомендую, он как раз делается вечером перед сном. Хотите быть богатым человеком? Серьезно, найдите фикус дома или вот такое растение с большими листьями. Лейте, это не шутка. Это ядовито? Вот на это не лейте, оно ядовито. То сейчас наедимся чем-нибудь. Да. На фикус лейте, он не ядовитый. Берете, пока никто не видит в семье, льете на какое-нибудь растение с широкими листьями. Говорите: все к деньгам, все к деньгам. Капаете сгущенку и слизываете. Проверено, работает 100%. Я не знаю, как работает проверено. Нет денег? Покупаете банку сгущенки и вечером перед сном льете на и облизываете листочки.